Добрый день, уважаемые жених и невеста! Сегодня в Реутовском отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области вступают в брак Братко Никита Алексеевич и Мамонтова Светлана Мефодьевна. Уважаемые жених и невеста! Сегодня самое прекрасное и незабываемое событие в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. С этого дня вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая радость счастливых дней и огорчений. Перед государственной регистрацией я прошу вас еще раз подтвердить, является ли ваше согласие вступить в брак взаимным, искренним и свободным. Прошу ответить вашим. Да. Вы невеста? Да. Я приглашаю вас к столу скрепить подписями ваш союз. В народе издавна существует традиция. В день бракосочетания, в дань любви и верности, новобрачные обмениваются кольцами. Я прошу вас, Никита Алексеевич, первым надеть колечко вашей невесте. Теперь вы, пожалуйста, Светлана Мефодьевна. Российской Федерации и с вашего взаимного согласия. Сегодня, 14 февраля 2020 года, ваш брак зарегистрирован, и я объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга. Дорогие супруги, позвольте еще раз вас поздравить и пожелать вам, чтобы ваше счастье было всегда светлым и чистым, как голубое весеннее небо, и чтобы оно длилось.